А что это у нас за красотка? А вот ой, комнатка, откуда? А в ней красота такая. Всем здорово, ребята. С вами я, красотка Варпач, и красавец Екатерина. Вот она, вот такая вот сегодня. Не спрашивайте, почему она в шапке, это женский лайфхак. Нет, я просто пришла с улицы. Просто пришла с улицы? Да. Ну ладно, пускай будет так. Мы сегодня будем поздравлять друга со Старым Новым Годом. Да, со Старым Новым Годом. И кто первый полезет под елочку? Ну, я думаю, теперь твоя очередь. Теперь моя, в прошлый раз моя очередь была. Блин. У меня девушка сломалась. Я хочу есть снимать. Ремонтники девушек, пожалуйста, это, позвоните. В прошлый Катерина? Раз ты был первый, поэтому сейчас первый полезу я. Нет, сейчас полезу я. Катя, не по сценарию. Все напутано. Я сказал, я первый лез в прошлый раз, и я лезу прямо сейчас. Давай, ползи. Давай, ползу. На. На самом деле я категорически запутал Катюху, и сейчас она будет первая лезть за подарками. Мы полностью свапнули видео, поменяли местами предыдущее, которое мы дарили на Новый год. Ну что, погнали? Маленький лайфхак вам на будущее. Если у вас небольшие подарки, то просто прячьте их на елке. Девушкам будет нравиться их искать. Один из подарков я запрятал на елку. Пускай ищет. Давайте позовем ее. Катя! Катя! Дедушка Мороз уже все принес. Да ты че? Да. И че там? А че там? А че там? Адищи. Чё там у нас? Чё там у нас? Ну-кась! Ну-кась, на-кась, чё у нас там? Ты даже ни разу не запалился. Не запалился? Нет. Где бы я запалился? Не знаю, я думаю, может быть, где-нибудь увижу. Так. Ну давай. Кукрусила пуку. Как думаешь, что там? Вообще без понятия. Вообще, оно очень легкое и... Может быть, там легкое? Там что-то в упаковке. Ага. В какой-то упаковке. Угу. Интересно, мне кажется, люди не понимали, когда тебе упаковывали подарки. Что, почему тебе... А почему ты думаешь, что люди упаковывали подарки? Почему ты не думаешь, что я его упаковал? Что? Что? Кстати, сразу скажу, что на Старый Новый Год мы не дарим супер там дорогие подарки. Мы дарим такие лайтовые, но чтобы было приятненько. Да, Катя? Это что такое? Ну-ка, что там? Вперёд. Чё? Я думаю, ты труха. Семейники тебе подарю, мне конечно. Мне подарили шортики, как семейники, я хотела. Семейники, ну-ка. Катюша. Интересно, какой размер? Ну-ка, ты угадал или нет? XS у них нету. Ну-ка, эску, ну нормально. Спасибо. Пожалуйста, труханы, все. Я... Теперь моя отвечаю, очередь есть. А я открываю, и я вижу просто, знаешь, кружево. Угу. Ну что, серьезно, что ли? Типа труханы подарил. Вот это ты шутник. А вот это шутник там сидит. Да. Все? Это все. Теперь моя очередь лезть. Держи. Так. Да я шучу. Уже обидка такая в глазах. Я прям видел, как ты такая. Ах ты, сука, безобразник. Рот твой колотил. Интересно, что же там такое, а? Так все упаковано. Красиво, да? Подожди, мне такое ощущение, как будто это упаковывали... Не знаю. Это... Упаковано с любовью. Да? Да. Тут даже скотч такой. Даже скотч такой. Это что может быть? А что там может быть? Интересно, да? Ну, как бы я не предполагаю. Я не думаю, что ты предполагаешь. Нет? Это кажется. Это кажется. Кажется, да. Серьезно? Чё там? Ки. Носки? Носки? Ки. Там носки? Там носочки? Подожди. Подожди. Чё, серьезно? Серьезно? Ребят, в этом видео я буду баловаться зумом. Просто нашел зум у себя на камере и буду им баловаться. Кирь! А-а-а! Что такое? Это часы! Это часы!
Мы живем ради фрагментов вот таких, знаете, чтобы близкий тебе человек радовался. Блин, это самое главное. Да ладно, Кирюха. Что? Спасибо. Да, просто... Деду Морозу спасибо, я-то тут при чем? У меня часы, они очень сильно тупят. И я так хотела... Это твои часы тупят? Твои часы тупят? Так, подожди, вот сейчас смотри, без остановки кадров, как Варпачик любит. Твои часы тупят, да? Твои, вот смотрите. Тише ты, посмотри. Смотрите, твои часы тупят. Это ее часы тупят. Это мои часы не работают. Они просто приклеились к этой зарядке, все. Вот мои часы, это тупят, вот они, во. Причем я их не ломал, не ронял, они сами так произошло. Потом ты расскажу в другом посмотри, видео. Смотри, какие они красивые. Да. Yeah. Ну, в смысле, я не думала, что ты в старый Новый год решишь такое подарить, я даже не предполагала, окей. Это же хорошо. Там тебя еще подарочек ждет. Думаю, да? Нет! Это не твой подарок, это подарок мы откроем когда-нибудь потом. Но мы его откроем. Так. Нет, Кать, этот подарок находится на елке. На елке. На ёла... Так, женщина, так, зарядочку не ломайте от камеры, пожалуйста. Ой, тихо, повернулась там, что-то нагнулась аж. Что? Нормально? Нет, я тебе прям честно говорю. Дед Мороз шепнул мне на ушко, что эта штука находится... Это прям как я хотела. Посмотрите, ребёнок рад. Посмотрите на него. Блин. Что это такое, Катя? Это подушка. Это которая брать с собой путешествие можно. Ее раскладывается вот так. Ага. И можно спать и на можно ней. Можно спать, да. Да. И вот здесь пересыпать шарики, и будет подушечка. Вау. Какой милый. Лайк за мимимишность. Пожалуйста. Вот ради таких моментов мы и дарим друг другу подарки. Неважно, какие они, она мышке больше обрадовалась. Мышка хорошо. Покупайте мышки. Мышки своим девушкам. Это медведь. Покупайте медведя своим девушкам. Я могу, я быстро, я прям в прыжке переобулся. А еще был прикол на Новый год, помнишь? Какой? Я говорю... Я думала, что мне подарить часы. А, ну расскажи. Нет, просто я говорила об этом много раз, но не то, чтобы я прям часто говорила. Я говорю о том, что мои часы тупят. Я так думаю, предполагаю, по-любому подарить часы, раз я говорила. Потом захожу такая на кухню, смотрю пакет от, как там, Restore. Ну да, от магазина. Я думаю, так, все, Катя, держи себя в руках, это по-любому часы. А потом, это были часы не мне. Это были часы брату. Уже все с обновленными Apple Watch, а свои Apple Watch я вам показал, там он сломанный. Надо тоже обновляться. Пожалуйста. Целуй подписчиков. Сейчас ты уходишь на кухоньку, и Дед Мороз прилетит, чтобы... Хорошо. Давай. Я думала, если серьезно, труханы. Потому что оно лежало вот так вот. Я думала, это шо? Ну, серьезно? Кирилл, я не знаю, как это делается, но ты, короче, смонтируешь. И все, Дед Мороз прилетел. Проходите. Проходим. Прилетел он. Проходим. И, по-моему, тебе что-то положил. Проходим. Можно залазить? Конечно. Я надеюсь, это будет мем. Типа, можно знаешь... с другой стороны? Можно к нам не спиной, пожалуйста? Да, угу. Это, знаешь, типа будет мем. А по поводу того, что когда ты своей девушке даришь технику Apple, она тебе трусы. 100%. Опа! Опа! Дед Мороз. А что, ты не будешь угадывать? А что, надо угадать? Ну не знаю, ты же любишь у нас угадывать. Ну давай, хорошо. Теперь Дед Мороз будет делать подарки, чтобы я не угадал, да? Ну-ка. Можно рвать, да? А зачем? Ну ты так сначала Ты же порвешь и откроешь и поймешь. А, ну типа так по упаковке я покажу. Подышите. Мне кажется, что это одежда. Это очень мягкая, скорее всего, что-то майка или... Ну, точно не кофта. Ну, только майка это... Или трусы. Ну-ка. Да ты уже угадал, давай, посмотри. Это оффлайт? Нет.
Кирилл, это что-то это слишком удобно. Какой-то принт. Да. Какой принт ты любишь? Ну-ка, какой ты любишь принт? Любишь? Ну-ка. Прям люблю? Да, ну любишь, тебе нравится. Носишь даже. НАСА. Да. Я решила, что у тебя есть... Да, должна вот быть еще футболочка. Точно не хватало, серьезно. Я так задобался уже ходить в этой кофте. Да, я знаю, жарко, что она тебе нравится, но тебе не жарко. Бесит уже, жарко. А потому что уже скоро будет весна, и поэтому я решила, что тебе нужна еще маечка такая. Нифига, где ты ее взяла? Ну вот, я нашла. Офигеть, ребята, НАСА. И твоего размерчика. На секундочку, я уже говорил на презентации в Москве, когда был на Игромире, мы собирали всей бандой YouTube, что следующая моя мечта будет это полететь в космос в 2024 году. И я буду стараться воплотить эту мечту. Но не вместе с НАСА. НАСА просто, ну, как-то символично это все носить. Это прикольно. Во. Спасибо. Это прикольно. Вот это нужная вещь. Да? Да, Дедушка Мороз угадывает. Что это? Ну-ка. Что? Это что-то из техники? Да быть такого не может, чтобы я подарил. Подожди, это можно смотреть? Это сразу подарок? Нет, там упаковано. А, ну все. Хорошо. Ну а что это? Я узнаю. Катя из техники что-то подарить, а что? Катя не может. Ты говоришь так, значит, что ты из техники. Подожди, ну ты не могла что-то выбрать. Я тоже. Слишком сложно для меня. Слишком сложно для тебя. Тем более, все из техники у тебя есть. Подожди. Подожди. Ну-ка. Подожди, я пока не могу угадать. Ну-ка. Я постараюсь. Вы сейчас видите, но я постараюсь угадать. Да, у тебя не получится. Думаешь? Ты как-то раз, мы с тобой путешествовали, у меня есть предыстория. Да. Ты сказал, что ты хочешь эту штуку, но я такая тебе говорю, нет, Кирюх, нафиг тебе это надо, пойдем. И на самом деле я просто сфоткала... И запомнила для себя, что ты это хотел. Подожди. Это... Это было, по-моему, в Дубае. В Дубае? Да. Блин, ну нет, там большой мол. Да, ты не вспомнишь. Это техника. А если я ее открою, я угадаю на ощупь? Нет, мне кажется, не сможешь. Ну, я не знаю, как она открывается. Давай, я просто попробую. Ладно, давайте я посмотрю. Тебе правда так это? Да, давай. Давай, я посмотрю. О, да! Ты хотя уже помнишь как-то да, раз? Да, я помню. Я не один раз это говорил. Да? Не только в Дубае. Где я это только не говорил? Я это у нас в магазинах постоянно прохожу мимо такой. Да что ты фонарь покупаешь? Да что ты дорого? Ты правда? Конечно, да. Я всего раз говорил. Вот только один фонарь, что ты выбрала технику и угадала? Это 2019 взорвет просто. Ты посмотри на это. Серьезно? Ты рад? Серьезно, конечно. Я знаешь, только единственное, что боюсь? Что вдруг она будет на... Ну, там написано для восьмерки, но я боюсь, что не для плюса. И боюсь, что может быть для обычного. Так что, возможно, тебе придется играть на твоей десятке, которая просто так у тебя валяется. Десятка, которая просто так валяется. Она у него гонит, она неугонимая. Кстати, ее надо много раз просто. Слышала, что десятки у многих гонят, поэтому... Чтоб Катя угадала с техникой, вы серьезно? Ну-ка. Не, мне кажется, сюда влезет. Ты да? Что, он огромный. Он просто, ты посмотри, какой огромный. Сюда не только сюда... Это чтобы ты... Сюда это... iPad mini влезет, мне кажется. Развлекался, когда сидишь на унитазе. Я немножко другим этим занимаюсь, но геймпад для этого не понадобится. Ну, ты правда рад? Да, я правда рад, да. Не лезь. Это было очень неудобно упаковывать. Смотри. Ты только сделаешь глоток, и в это же мгновение... Только не переворачивай, как есть, так и есть. То есть я могу рвать, да, упаковывать? Ну да. А угадывать или сразу смотреть? Да как хочешь. Хочу сразу смотреть. Я только вчера ей написал! У какого-то щегласного Кузнецка, я не знаю, ему лет 5 было, просто в инстаграме лазю по тегу Новокузнец, короче, и смотрю, у него на столе, вот клянусь, смотрю, у него на столе стоит Человек-паук, я такой, Катя, хочу! Вот прям хочу! Я не знал, что это такое. Я знал, что это, скорее всего, Happy Meal, потому что он как-то вот так вот стоял. И я вот по этой штучке понял, да, это Happy Meal, Катя, хочу. Не знаю, просто сделай это. Там, где мой человек-паук?
Ха-ха-ха-ха! А его клеить надо? Да. Будешь клеить себе. О, у меня оригинальный! У меня даже не какой-то там нафиг этот. Там была еще девочка. Офигеть. Я сказала, девочку нам не надо, говорю. А это что такое? Это паутина? Ну все, понятно, чем Кири будет развлекаться. Смотрите, походу, ему даже джойстик не нужен, ему это даже интересно. Оригинальный. Ты рад? Рад. Офигительно. Ну, Happy Meal это, конечно, не часы. Ну. Когда ты даришь своей девушке Apple, она тебе Happy Meal. Ну, слышишь, ты просил его. А я еще на кассе говорю... Мне нужен Happy Meal, который с Человеком-пауком. У меня ребенок 25 лет заказывал. Он говорит, у нас таких много. Хорошо. Это хорошо. Ну что, ребята, наша распаковочка на старый Новый год подходит к концу. Главное правило, которое вы должны уяснить, это всегда дарите любовь и внимание своим дорогим и близким людям. И что хочет сказать Катя? Я хочу, знаете, вот прям внимательно слушайте, что ваши близкие хотят. Они, бывает, так невзначай это скажут, но вы записывайте. Потому что когда-нибудь это обязательно пригодится, и вы сможете подарить именно то, что они давно мечтали. Всем новогоднего настроения, неважно. Я уверен, что смонтирую я это совсем не скоро. Не в старый Новый год, а после 20-х чисел, потому что сейчас дел просто вот столько. Ребят, простите, что это не совсем вовремя выйдет. Но всем огромный респект и спасибо, что досмотрели. С вами были Киря. И Катя. И всем удачи, и всем... Пока, друзья. Хорошего вам настроения. Делайте праздники сами себе. Никто за вас их не сделает. У тебя если получится, у меня еще паук, уходи. Ладно, ладно.